Теперь мы сошьем ручки. У меня тут и ручки, и ножки. Не обращайте внимания. Мне только две руки нужны. Длина стежка 1,8 всегда. Это я так сажусь строчить, когда мне для одной куклы надо. И строчу все детали. И так у меня получается много-много заготовок остается, когда неожиданно заказ приходит. Я его делаю. Сейчас я при вас не буду это все строчить. Это долгий процесс. Но так очень удобно. Последовательности я шью всегда. То есть я сейчас еще вот эту руку дошью, чтобы она у меня не болталась. Теперь мы вырезаем все это дело. Выставляем 2-3-4 миллиметра. Кому сколько нравится. Вот в такой последовательности я шью кукол. То есть я не всегда делаю сразу тело, все целиком, потом голову. А вот как показываю вам, вот пришло время рук, я их начинаю шить. То есть нет таких вот правил прям, что шить, зачем. Просто вот подошел момент, начинаем шить. Пока не подошел, не шьем. Теперь нам надо, как обычно мы это делаем, вот здесь сделать закрепочки, соединить ткань. Два слоя. С одной стороны и с другой стороны. И вторую руку точно так же. И будем сейчас экспериментировать с рукавами. Хочу их сделать с воланами. Так как платье у нас расклешенное, то и рукава тоже можно сделать расклешенными. Поворачиваем руки. Набивать я не буду вам показывать этот процесс. Я вам его все вместе показала. Вместе с ногами и с телом. С головой. Поэтому здесь вывернем просто и начнем творить рукава.